Привет! Привет! Алис, поздоровайся! Мы едем в район университетов, и там большая торговая база, торговые центры разные, подземные двухэтажные магазины. Будем искать Айритке что-нибудь. Шопинг вообще. Да, шопинг, обувь там найти Айрите. Потом сшить на заказ одеяло для Айрита маленькое. Поискать какие-нибудь шмотки, самим старую одежду заменить на свежую. Свежую. В общем, сейчас идем на остановку. Да. И будем ловить автобус. Вот мы едем в автобусе. В автобусе? Нравится автобус китайский, Айрит? Автобус чуть не уехал, потому что он попадает впереди у водителя. Да. Закрыть среднюю дверь с коляской. А он не смотрит никуда. Тут сзади нас еще там люди сидят. Тихо так в автобусе. Да. Автобусе за 2 юаня всегда тихо. А в автобусе за юань там галдеж. Айрит, покажи ленточку. Какую тебе ленточку дал я? Ленточка. Станция метро, вход. И вон там очень много разных больших торговых центров, комплексов. Тут целый квартал из них. Смотри, тепло. Так, что мы поднимаемся? Или как? Сейчас вот в следующий этот спустимся вниз. Сейчас не мы и спустимся. О, барабанит тут девочка. Короче, вот такая гора одежды за 10 юаней. Но штаны все с дырками. С дырками, чтобы дети могли какать на улице. И даже такие классные красненькие штанишки. У них сзади дырень такая. К чему приучать детей ходить с дыркой в штанах? Такие вон платьишки тут, наборчики спальные. Куколки есть. С мелкими деталями, которые вы можете съесть. Я так здесь мелкие деталь. Ну, оторвать руку там, съесть. Чё, Элит, чё ты выбрала себе? Покажи. Покажи, чё выбрала. Розовая? Да, вот эту. С киской выбрала, да? With a cat. With cat. Pink cat. Чё, падаешь и падаешь, да? Всё, объелась до отвала. Вон, девочки пришли на тебя посмотреть. Девочки пришли посмотреть. Вот, смотри, какие. Элита, гномик. Две элиты, две одинаковые девочки, две проказницы дерутся. А, клево, да? Ай, бабах! Дыщ. Вот, короче, с Элиткой пришли в детский отдел, а чего-то тут нету, да? Мы сейчас здесь найдем еще что-нибудь. Всякая фигня. А вот такой тебе нравится, или самосвальчик? Тоже катается, да, он? Песочки, песочницы играть. У нас песочницы нету. Элит, рано еще тебе такие трусики носить? Дядя? Влюбилась в дядю, да? Уже выбрала себе жениха. Ай-яй-яй, Элита, рано еще тебе. Где дядя? Да. Дядя. Красавчик. Че у китайцев вместо головы?
Вместо головы у китайцев болты. Причем мы зашли покушать. Сидят китайцы вот после такого паровоза. Здесь блюда ездят. Берешь то, что тебе нужно, варишь у себя. Такой фудкорт. Фудкортик. Разные блюда тут, разные кухни. Мы заказали, короче, вот это. Я заказал там, Маша супчик себе заказала. Вообще здесь бывают еще вот такие всякие блюда. Здесь на заказ варишь себе. Они мясо тут, всякие овощи, фрукты даже варят. Грибы. Здесь он супчики красивые, вкусные. Здесь можно положить себе соус. Вот этот вкусный ореховый соус. Вот этот. Есть с перчиком соус. Овощи идут, дальше идут. Мясо какое-то. Не знаю. Вот здесь вот для вегетарианцев. Кухня для вегетарианцев. Корень лотоса нарезанный. Корень лотоса. Лапша разнообразная. Здесь в поднос тебе накладывают разные блюда, разные виды. То есть можно наложить, вот там выбрать рис, и рис тебе положат как гарнир. Здесь люди сами накладывают себе, что нужно, варят, по весу тебе цена пробивается. Дальше что у нас? Дальше, ну, все типичное, в принципе. Либо тебе варят, либо тебе жарят. Вот такой большой фудкорт. Сейчас время обеда, и очень много людей на обед пришли. Здесь типа тесто что-то, какие-то типа пельмешек, я не знаю, пельмешек такие на скорую руку. Здесь вот шаурма китайская крутится. Шаурма. Здесь тофу. Тофу. Острое все. Остренькое. Дальше непонятно. Здесь вон конечности, всякие копыта, рис, пельмешки. Нет, это не пельмешки. Здесь варятся колбасы. Здесь лаваш есть. Лаваш. Ну, вот, в принципе, и все. Принесли Маше блюдо. Холодное, говоришь, да? Да. Что, нереально кушать? Не знаю. Что в нем есть? Может, погреть? Какая-то рисовая лапша, как слизкая. Не будешь, да? Помидоры, яйцо, огурцы. Съешь нормально? Не знаю. Вкусно, нет, хотя бы? Я не знаю, с чем сравнить его. Нормально. Ну, съедобно? Да. Короче, вот мое блюдо. Мое блюдо. Си-си-си-си. Короче, мое блюдо. Сейчас я на кого-нибудь его уроню. Маша такая, как всегда, у Руслана, короче. Вот, короче, мое блюдо. Здесь у нас курочка пожаренная с рисом, помидоры, овощи. Короче, мы с Машей поменялись. Она взяла мое блюдо. Рис с курочкой, она хотела лапшу. Как тебе вот это блюдо? Обычный рис, курица в кетчупе. Да. А мне, как ни странно, понравилось вот то, что она заказала. По вкусу, на самом деле, как окрошка. И это, вот эта фунчоза, сделанная в окрошке. Представьте, окрошку с фунчозой. И там яичко даже есть. И по вкусу это, наверное, как квас, бульончик. Да, квас. В общем, приятного аппетита. Приятного аппетита. А полетим, может, а мы выбираем обувь. Если он какой гигантский отдел детской обуви. Вам думаешь, ей надоест? Да мне кажется, она не обращает внимания пока на нее. Если он... Чего только нету для детей. Все виды. Да, кстати, не потеряешь. Есть такие модные, зачетные кроссовочки.
Если он гора распродажная, мы отсюда выбираем все ботиночки за 35 юаней. А вот так Элитка обедает в закуточке в магазине. Биби! Биби! Куда ты прешь? Куда ты едешь, да? Элита! Элита! Привет! Короче, мы сегодня пошопились, набрали всего. Да, целая коляска. Это мы отдельно, наверное, снимем видео. В общем, сегодняшняя прогулка заканчивается. Мы сейчас поедем домой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик. Эльфы, пока! Пока!